Приготовим творожный пирог. Возьмем готовое слоеное тесто, раскатаем, как показано на видео, и отодвинем в сторонку. Приготовим начинку. Творожный сыр размешаем с сахарной пудрой и с одним яйцом. Тесто разрезаем, как показано на видео. В центр выкладываем начинку. Аккуратно, не выходим за края. Сверху выкладываем вишню. Также можно положить ягоды малины, клюкву, брусники, что угодно, но желательно с кислинкой. Сворачиваем, как показано на видео, и убираем разогретую духовку на 30-40 минут. Приятного аппетита! Надеюсь, вам понравился этот рецепт, и вы с удовольствием приготовите его для своих близких.